Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями о своей новой покупке из интернет-магазина Naomi24. Это лак для ногтей от C&D. Такой вот красивенький, с множеством чешуек. Они очень красиво переливаются. Вернее, не переливаются, а сверкают. На бутылочке есть голографическая наклеечка, что свидетельствует о том, что это оригинал. Есть вся необходимая информация на украинском языке, до какого срока годен лак для ногтей. И сейчас я покажу его вам, как он выглядит в бутылочке. Очень красиво играет при различных освещениях, как в дневное освещение, да, и как при искусственном. Особенно красиво вот при искусственном сейчас, такую холодную пору года. Я им уже покрывала ногтики, я выделила вот так вот три ногтика. У меня здесь он покрыт в один слой, то есть по желанию можно его покрыть больше, и они будут по насыщеннее. У меня есть вот две типсочки таких, здесь я покрыла в один слой. Таких вот этих чешуек здесь вполне достаточно. Не будет такого, как в более дешевых лаках, что ты начинаешь покрывать ногтик, а там практически нету ни блесточек, ни чешуек. То есть если брать лак, я имею в виду вот такого плана. И сейчас мы покроем вторым слоем. Вот так вот он выглядит в два слоя. И еще я советую сразу кисточкой после нанесения выравнивать, чтобы чешуйки не выходили за торец ногтевой пластины, иначе потом они будут оттопыриваться и будут колоться. И, в принципе, приведет к тому, что лак будет скалываться. И вот так вот он у меня на синей подложке, на такой, как на ногтях. И вот так вот выглядит эта красота. Этот лак для тех, кто любит блесточки, он сверкает очень красиво, это, в принципе, видно и на видео. Также можете смело покупать в Naomi24, это 100% оригинал. И вот так вот он выглядит. У меня на ногтях в один слой. На типсах он в два слоя. В два слоя даже ярче. Возможно, я покрою еще и вторым слоем. И еще он есть у меня. Я его пробовала покрыть матовым топом. Вот так вот выглядит с матовым топом и без матового. Лаком этим я осталась очень довольна. Поэтому я его могу порекомендовать всем своим знакомым и всем, кто просматривает это видео. Надеюсь, оно было полезным и помогло передать, как выглядит лак на самом деле для ногтей, и поможет с вашим выбором. Всем большое спасибо, всем пока!